Что это, профессор? Это и есть звезда души. Символ эонов, который содержит силу самой жизни. Значит, он оказался скрыт, и весь мир сделался злым. Теперь понятно. Когда звезда души достигнет вершины горы, тогда свет эонов озарит все вокруг. Что же это значит? Сработало! О, я будто снял с головы страшную тяжесть. Что мы должны отнести ее на место. Она должна быть на храме. Они, это эоны. О, надо же. Сяду корабль, фрагмент у нас. Когда мы будем наверху, она должна распугать демонов. То есть, я надеюсь. Надеешься? А что, если ты ошибаешься? Спасибо. Вы спасли нас от самих себя. От самих себя? Значит, демоны и были эонами? Утром доверил нам охрану фрагмента. Дай же ей шанс, Раф! Мы должны... О, нет. Они уже здесь, ребята! Скорей! Нет! Трицератоны готовятся взлететь! Но его огромная сила околдовала нас. Мы, эоны, никогда не допускали в свой мир технологий. Нам захотелось проникнуть в тайны фрагмента. Мы стали поклоняться его силе. Мы отказались от своей священной души. Мы должны это сделать. Мы не можем спасти только Землю. Мы должны спасти все миры. Бросай кристалл мне! Это разрушило наш мир. И нас вместе с ним. Мы превратились в ужасных уродливых монстров. И когда мы спрятали свою звезду, то зло захватило все. Спасибо, друзья. Это вы спасли наш мир. Примите этот дар. Это крошечный фрагмент нашей звезды души. Он принесет вам удачу. Еще немного! Тони, лови! И силу. Ух ты, он прекрасен. Прощайте, светящиеся парни!